Я сегодня при печали, меня люди привечали. Ох, примечали, потому печальные песни я пою. Мы Америку догнали понадою молока, а по мясу не догнали, ось сломался у быка. Как у бабушки у Марфы ноженьки волочатся, ей всего 120 лет, а целоваться хочется. Ваше поле колосиста, наше колосистее, ваши парни коммунисты, наши коммунистее. Я гуляла с бригадиром, с председателем спала, на работу не ходила, а стахановкой была. Не хотел ты жить в Рязани, не хотел плясать кадриль. Сделай, Федя, обрезанье, и поедем в Израиль. Эта чеснушка имела громоподобный успех в Израиле. Мы там были год назад на гастролях. Но там как пел Владимир Семенович, наполовину наш народ. Да. А тюрьма у нас большая, в ней богатые сидят. В ней богатые сидят, все про коммуну говорят. Да на наши два парламента смахивай. Я историю учил, все учебники зубрил, а надо бы историю учить по крематорию. В кабинетах нынче строго, коньяка и то не пьют, и решения народа секретаршами куют. Хорошо, что Юг Гагарин, не еврей и не татарин, не тунгус и не узбек, а наш советский человек. Скоро-скоро снег растает, вся земля согреется. Скажи верное словечко, можно ли надеяться?